Ой, вот смотри, дымоход. Проходной поставили. Этот поставили. По датчику я варил через уголок. И к нему датчик примотал. Обратку здесь же варил. Там Андрюха попросил. Дымоход поставили 5 колен, Андрюх, и растянули его. А здесь, смотри, врезал существующий коллектор. Выходит, идет. Поставил кран. И существующий коллектор врезал, обратка, и пошла подача. Вот так. И вот тут поставил кран. Воздушный поставил воду стравить. Короче, где-то как-то вот так вот выглядит вся система.